6 июня 2022 года. И так, а где мы тут загрузились? В общем, было сейчас у нас обновление до версии 1.15. В общем, там 5 гигов чего-то там. Появилось новое, значит, событие под названием «Кровавое лето» или просто «Бойня». В общем, там, опять же, это все относится к жетонам Харпера. И, собственно, до этого я где-то примерно полтора часика чисто побегал, занялся некоторыми там вещами, то есть в плане не фарма. А, вот, как раз событие «Кровавое лето», отрезанные конечности, надо вот насобирать, опять же. Этот ивент продлевается до 7-го. И, ну, то есть до завтрашнего числа. Ну, мы в нем косвенно поучаствуем. У нас, в принципе, сюжет. Что еще заметил здесь? Ну, я на самом деле полтора часа продавал всякие вещи. Побегал от базара к, ну, в общем, по продавцам. Ничего не нашел полезного. Я хотел очень найти какие-нибудь, ну, пушечки. Ну, в смысле, какие-то именно с тремя доступными модификациями. Но ничего не нашел. С двумя модификациями у меня есть. Ну, в смысле, есть не вот это, конечно. Вот. Хотя можно немножко как бы вернуться к уровню доступному, но нет. Этого мы делать не будем, ну, ибо какой смысл. Мы столько качались. Я также думаю в дальнейшем. Ну, я не знаю, насколько в дальнейшем. Пока что пусть будут эти аптечки. Возможно, где-нибудь на следующий какой-нибудь там. В общем, в каких-нибудь следующих сериях я что-то с этим поменяю и уже будем использовать аптечки более прокачанные. Значит, у нас вот такая куртка. Так. Характеристики-то понятно. Как у нас там показать? Не, не то. Тоже не заходил, наверное, недели две получается. Ну и до этого там тоже что заходилось, оно как бы так, не особо, значит, характеристики у нас на данный момент такие. Значит, ну, пойдем по сюжету немножко пройдемся. Вот, там уже, по-моему, превысили, да, количество? Уже, да, уже общее количество. Там очень интересный был такой заголовок из серии «Присоединяйтесь, чтобы там это всем миром поотрубать Dying Light врагам конечности». Ну, короче, ладно, жестоко, но все же. Значит, мы неспешно сейчас по сюжету пробежимся. Ну, в смысле, как бы продолжим по сюжету, там посмотрим, что будет. Никуда, опять же, не торопимся. Вот, сколько у нас там времени. Ну, ладно, я думаю, опять же, нам хватит по времени, мы только начали. Что здесь за постеры? Такой шрифт, я думал, то, что это какой-нибудь чужой. Здесь ничего не видно. Ну, в общем, в основном здесь афроамериканцы на постерах. Вот, значит, это у нас кто? Как его там? Забыл, ладно. Это мы. Кто мы? Да, бери. Айтер разрешил нам пройти. Видели приказ? Имя? Хакон. А твое? Эйден. Эй! Это свои! Пропустите! У тебя наверняка есть связи. Думаешь, ты особенный, да? Послушаем. Идете в Central Loop? Везет вам. Как же я скучаю по рыбьему глазу. Ну, опять же, я говорю. Вы можете забыть о здешнем дерьме. Ах, хотел бы я пойти с вами. Никуда не торопимся. У тебя наверняка есть связи. Думаешь, ты особенный, да? По-моему, у нас там еще. Наверняка есть связи. Думаешь, ты особенный, да? Ну, конечно. У тебя наверняка есть связи. Думаешь, ты особенный, да? Четвертый раз скажешь это. Везет. Вы можете забыть о здешнем дерьме.
Так, ну пока я бегал, там что-то про Барни говорили, короче. Такое, да, спонсор этого выпуска, слово «короче». Надеюсь, я не покидаю район задания, и у Эйдена опять не случится инсульт жопы, как это было. Вот, ну мы здесь были же. Ну, во всяком случае... Бегать здесь нельзя. Так, Хей Кей. Окей, погнали. Чем скажешь? Ладно, пойдем. Да, пригодится. Слышь, ты изменял своей девушке? У меня не было девушки. Никогда никого не было? Правда? Не все такие озабоченные, как ты, Хакон. Да, к сожалению. Но я понимаю, когда постоянно таскаешься из одного города в другой, в отношениях нет смысла. А ты? У тебя были когда-нибудь отношения? У меня? Отношения? Те, о которых я тебе говорил. Я пытался, правда. И каждый раз думал, что это та самая. Ну, или те самые. Но однажды я нашел ее. И? Но все закончилось. Я причинил ей боль. И не хочу делать это снова. Как благородно. Никто не... Черт. Что это? Мне это не нравится. Опять же, следовать за Хаконом. А что было? Просто свет выключился или что? Тут что-то было, я что-то видел. Ну, правда, это понятное дело, что это. Понял. Все у нас закрыто. И открываться не собирается. Погнали дальше. Ну. А, с тобой надо поговорить. Давай я пройду вперед, может, посмотрю, что здесь есть. Ну, хотя, да, настолько все скриптово, что пока еще ничего нету. Ну, давай болтать. Что это за херня? Уверен, ничего хорошего. Подождем. Нужно идти. Вентиляторы вырубились. Без них мы долго не протянем. Химические испарения. Сколько у нас времени? Его нет. Или еще меньше. В служебном туннеле должна быть панель. Иди к ней, попробуй включить вентиляцию, а я посмотрю, что с напряжением. Надеюсь, в этом ты шаришь не хуже, чем в бабах. Давай, поумничай еще у меня. Мелкий клоун. Вентиляционная панель вон там. А, ну, собственно, да. Ну, как говорится, чё бы не пробежаться раньше времени. Эй, чё такое? Так. У меня просто было что-то поменее. Вот, например, 4 у нас есть. Ну, давай грибы дожрем. Вот, если оно пригодится. Пока не сильно понимаю, что бы нам надо делать. Так, нам туда. Но мы зайдем, естественно, сюда. И времени у нас на самом деле-то полно. Да, вентиляторы не работают. Опять же, такая атмосфера, как в Резиденте. Ну, по мне так имеется в виду. Не знаю, зачем я лутанул. Не особо буду это лутать. Ну, давай зайдем. Ну, я имею в виду, не особо будем лутать сумки, конечно. А так, какие-нибудь записоты, еще что-нибудь обязательно. Просто бывает, смущает. Вот всякие двери. Давай грибов сожрем. Ага, сожрал грибов, называется. Я-то думал, он сразу поставит их. Так, ну у нас полно. Правда, уже меньше получается. Что-то пересмотрел я, короче, типа Фира. Мне показалось, что туда можно зайти и что-нибудь взять. Так, ну давай взламываем по-быстрому, как обычно, как мы это умеем. Это тоже мы, получается... А, да, понятно. Здесь просто можно было открыть. Так, пайки. Ой, я хотел. Зимняя куртка, пусть будет. Вот, я вещи, значит, здесь распределял.
пока. Значит, продавцы у меня очень много чего уже не покупают. Действительно, там первого уровня или второго уровня они вообще ничего не это не берут, даже не отображается в немножко The Last of Us такого тоже. Давай, я знаю, ты можешь. Какой-то секретный проход. Так, тихо. Может, что полезного найдем. Ну, типа грибов, ладно, пусть будут. Экономия должна быть экономная. Так, опять же, здесь у нас что? Неизвестно, дверь не закрывается. То есть это чисто для грибов, что ли, место или что? Но я говорю, торопиться мы не будем. Кто торопится, тот... Как бы... Пардон. Может в X2 включить скорость. Как раз я не особо быстро что-либо говорю. Ну ладно, откроем, посмотрим, что здесь может быть. Талолом, который уже никуда не лезет. Обмотка. Ладно, я не буду все подряд лутать. Ящики, это все прекрасно. Нам бы что-нибудь поинтереснее. Ну, я пока иду и грибы жуем. Так. Тут что-то по грибным местам пошли. На такие случаи, конечно, надо было бы таймер включать, потому что раз уж так все мы делаем размеренно. Ну, интересное какое-то место. То есть не ради грибов мы здесь, естественно. Так. Опять же, взламываем. Так, это мы открываем такие ящики, потому что в них бывает что-то, кроме металлолома. О, ботинки. А, ну просто ботинки. Ну, хотя бы мы их видим здесь, как вот редкие вещи. Ну, тут лут, конечно, скромный. Щитки... Сокольничьего. Может быть, на них... Так, выход, который завален. Ладно, ну теперь что нам, возвращаться вниз? Я думаю, можем спрыгнуть вниз. То есть, да, это такой прям намек на то, что можно вот здесь вот понизу. Да, и мы идем, получается... Вот отсюда мы, собственно, и пришли. Так, все, мы здесь были. Идем далее. Жуем грибы. Ну, все равно это все в процессе беготни, поэтому. Все грибы должны мы тут пожрать. Ну, в смысле, Эйден. Так, что-то там зеленого много, желтого. Ничего не хочется пропускать. Так, спуск вниз максимальный. Так, опять же, это у нас, походу, какое-то место лутания. Здесь ничего нет в самих супер отходах. Что там грибы вообще дают? По 10 секунд, что ли? Серьезно? Да, походу по 10 секунд. Ну да ладно. Что здесь? Опять взлом. Давай, ладно, бонус ночного времени какой-то у нас. Так, у нас тут чисто дверь. Вот, научился более грамотно, что ли, в магазине здесь, значит, указателями работать. Тоже, опять же, к слову, да, век учись. Ну, век живи, век учись, естественно. Так, нам куда? Указатель нам показывает вообще наверх. Но мы же не пойдем наверх. Пока мы себя чувствуем максимально. Последний гриб дожрем, чтобы уж он нам не мешался. Здесь еще по 5 лут. Заперто. Ничего полезного. Так, давай, короче, 6. А какие надо? Подожди, надо другие поставить. А то это слишком полные, вот эти надо поставить. Пусть будут. А, щитки давай посмотрим. Или что мы взяли, подожди, не щитки, да, сокольничего.
Ну, короче, они послабее, чем у нас. Мы их брать не будем. Надеюсь, их можно будет хотя бы продать за пару рублей местных велидорских. Так, ну мы, короче, конечно, бежим быстро, потому что нас это подгоняет все дело, но это не страшно. Так, тупо наверх. Ага. У Хакона, походу, бесконечность этих самых. Так, подожди, как нам здесь? Ага. Так, ну мы отсюда и пришли. Продолжаем идти. Подожди, куда? А, вон туда наверх. А что здесь? Или мы отсюда пришли? Ну, мы же отсюда пришли, да, или нет? Ну ладно, пробежимся. У нас же есть эта пробежка. Да, мы отсюда пришли. Ну, пардон. Просто мы так долго там лазили везде, что... Да, мы сюда залезали как раз. Так, бежим дальше, значит. Ой. Ой-ой-ой, значит, нам получается наверх вот сюда. А что у нас это стоит? Четыре этих. Как нам туда бы забраться? Подожди. Так, а ну-ка. Ладно, не будем никому. Походу, это тоже какое-то не то еще место, да? Тряпки. Таблетки. Можно под столом спрятаться. Выйти здесь нельзя, нельзя. То есть это какое... А, нет, это никакое не секретное место. Просто тупо включить. Хакон, она не работает. А ядовитых паров все больше и больше. Пиздец, блядь. Кабели. Иди вдоль кабелей. Они должны привести тебя к запасному генератору. Он должен быть там. Понял. Так, ну что ж, я за это время как раз успел поставить таймер. Приблизительно. Но если раньше все-таки выключится, то... Я думаю, ничего страшного. А, ну там вода, в принципе, внизу. Три, восемнадцать. Мы немножко вперед паровоза туда пробежались. А, во! Я же точно, я помню, что здесь было закрыто. Ничего не видно, ничего не понятно. Ну давай туда перелезем. А что-то под водой не сканируешь. Надо бы еще выплыть. Да ты подожди, ты что делаешь? Когда ты успел уже этих заглотить? Так. Ой, да блин, ну чё я нажимаю, это не то нажимаю все время. Чем-то X нажимал. Бывает. Ну, будет расплатой за неправильное нажимание клавиш. Давай всплывай. Потому что мы уже давно не плавали нигде. Ничего, я куплю. Ничего страшного в этом нету. Не-не-не, мы взламываем не так. Просто чтобы еще раз не нажать на X. Отпечатки боксера. Окей. А, ну все, здесь все закрыто. Такое небольшое отступление. А, здесь закрыто. Ну, там под нами точно ничего нет, я думаю. То есть мы никуда там проплыть вроде не могли. Да, здесь тупо стена. Опять же, хорошо, что здесь не как в эфире фонарик
не разряжается. Это приятно. Еще здесь действительно, ну, здесь не очень темно, сколько у меня просто сегодня что-то, это какая-то облачная погода. И солнце что-то то ярко, то его нету. И иногда, когда оно очень ярко светит, как раз сейчас у нас в это время оно ярко светит. Совсем ничего не видно на экране. Ладно, я включаю. Об этом я не подумал. Сука, он сразу же глохнет. Слышишь? Я у генератора, он не запускается. Перегрузка, наверное. Есть решение, но... оно тебе не понравится. Говори. Нужно отключить одну из секций, а я подключу ее напрямую к вентиляторам. Почему мне не понравится? Мне придется выключить свет. Весь свет. Придется идти в темноте. Попробуем. Ты уверен? Конечно, нет. А есть выбор? Хорошо. На счет три. Раз. Два. Три. Вперед. Так, это еще, конечно, типа, ну, в моих реалиях это вообще. А что, на время? Нет. На время. Тогда мы не будем сильно бежать. А в остальном у нас все есть. Ну, таймера же нету, кроме вот. А враги нам не страшны, в принципе. Я не думаю, что здесь у нас какие-то летуны будут. Летуны, они же прыгуны. И он... Так, пошел, я-то пошел. А, я понял, в чем дело. Здесь уже достаточно проветривается. Здесь еще обновилось, что ли? Или мы здесь не заходили? Ну ладно, не будем никуда торопиться. По-моему, мы здесь не заходили. Не ради лута. Так, чисто. Хотя тут лут очень приятный, он сразу, он какой большой. Так, шкафы мы не открываем. Все, да. Ну, обновился, да, походу, лут. Мы здесь были. Так. Единственное, что... Ну, нормально, по времени у нас все нормально. Кстати, мне очень странно, как ингалятор он под водой вообще использовал. То есть это вообще как законно было. Я понимаю, что я сам типа протупил. Так, нам тупо вниз, да? Так, 59 секунд. Ну, нормально. Надеюсь, катсцен не будет длинных. Ну, либо... А, вон там есть ультрафиолет. Пойдем до ультрафиолета. Все в порядке. Окей, давай. Что ты стоишь, как столб? В детстве головой ударился? Ну, не то чтобы Эйден в детстве, но сколько раз ему уже здесь по голове надавали, конечно, это было прилично. Все, больше не будет реплик. Ты в порядке, парень? Ответь. Тихо, старик. Все путем. Думай, кого называешь стариком, малыш. Ну да, мы, правда, не знаем, сколько Хакону лет. Может, в следующий раз ты побежишь? Я всегда мечтал так носиться. Каждый делает то, что умеет. Это точно. Бегать, а я думать. А электричество не отключится? Думаю, может. Будь у меня свободная неделя, я бы здесь все починил. Хакон, электричество не отключится? Не должно. Пошли. Не торопясь. Чтобы вентиляторы успели очистить туннель от этого дерьма. Ну, я же говорил, то что это. Что пусть ощущается от этого дерьма. Я хорошо знаю это место. Станцию забросили задолго до того, как началась эпидемия. О, как здесь странно. В былые времена мы зависали тут с друзьями. Thank you.
Так, ладно, потом посмотрим, что к чему. Это у нас что, усилитель? Не, лампа. Так, что здесь еще? Какое-то большое пространство. Явно здесь может что-то быть. И нам дают много приманок. Ну, в принципе, нам нечего бояться. Ничего себе. Кроме летунов. Ты только посмотри на это. Ну, он смотрит явно наверх. О, так, кстати, это же граффити. Ты, может, на лестницу залезешь? Обязательно посмотрим. Беги, крыса. Так, не падаем сильно. Заодно это прогрузочка. Так. Ну да ладно, давай общаться дальше. Где еще у нас? Палка с гвоздями, это вообще то, что надо, но мы это брать не будем, конечно же. Ну он стоит, у него эффект бухаря, я не думаю, что мы что-то пропустим. Опять я немножко, наверное, вперед забежал. Ладно. Бежим дальше. Так. Давай посмотрим по-нормальному. Уже 29 граффити. Так, как и у крыс, что бегут с тонущего корабля, единственная цель труса — спасти свою шкуру. А, надо удерживать. Что это? Джон Майкл Новак. Что? Мой старый друг. Его крутые граффити есть по всему городу. Здесь должна быть еще одна. Слышал? Нет, тебе показалось. Я проверю. Хочу убедиться, что нам ничего не угрожает. Будь начеку. Окей. Так, а чё бы просто не уйти? Так, тут сюда. Много веревок. Что все происходит за бомбежки? Нет, 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 нет! Блядь, блядь! А! Должна быть наверху какая-то жопа, Эйден. Не нравится мне. Просто охрененно. Дай мне ключ ВГМ. Попробую открыть барьер. Я знаю, что делаю. Чем здесь поможет ключ ВГМ? Как это тебе поможет? Ты же открывал им ящики ВГМ. Эти заграждения тоже ВГМовские. Я же говорил. Я найду диспетчерскую и открою заграждение. Но ты в ловушке. С этой стороны есть люки в служебный туннель. Я поищу диспетчерскую. Дай мне ключ, или мы оба задохнемся. Отличный выбор. Хорошо, держи. Я проверю ближайший люк. Мы выберемся. Честная таксистская. Хакон! Хакон! Хакон, где же ты? Не бросай меня! Сукин ты! Тут тоже не получается. Так, подожди, у меня есть еще идея. Что? Нет, 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 не смей, блядь, бросать меня тут! Верь мне! С какой это стати? Хакон, ёбаный рот! Хакон, не бросай меня! Чтоб тебя! Придумай же что-нибудь! Скорее! Ну вот, только я заскучал. А что такое-то? А, что-то харкает кто-то, блин, ваша мать. Ладно, аптечки пора уже менять. Нафиг, иди.
Так, и собираем сразу же, я думаю. Так, сейчас мы его рубанем, этого товарища. А что ты в бок-то прыгнул, блин? Ну, пока нормально все. В принципе, я готов к любому. К любому, так сказать, товарищу. Хакон, ты слышишь? Даже если это будет... Да хоть летун. Давайте, все по одному. Тем более на вас есть указатели. Чё, а, у тебя это? Понял. Ух ты, ё. Вот это было как минимум опасно. Ну, возьмем такую аптечку, я не думаю, что они будут нас хоцать сильно. Тем более там половина текстуры зачем-то застревает. Так, я понял, что вы шустрые, но вы не можете быть сильными. Ждем, я уверен, что эта миссия, она такая, типа, на время. На подождать. Ответь. Да, я был прав. Сука. Ударь-то, я же нажал два раза даже. Хорош танцевать. Давай, давай, давай. Понятно, у тебя. Кто там? Андерсон? Прием. Я на станции. Блин. Да где вы там? Так, по-моему, там какая-то задача обновлена. Но мы подождем. А, ну все, короче, ждать походу некого. Понятно, слишком высоко, ой, слишком низко, вернее. Отстань. Ну все, короче, не будем, нет, будем жадничать. Пригодится. Не ради образцов, а ради... Так, парни. Ну, вроде здесь больше ничего полезного не было. В смысле... Какая-то дверь, кстати. А, нет, она закрыта. Так, Андерсон. Андерсон тут каким вообще краем боком. Ну, я говорю, нам беспокоиться не за что особо. Мы максимально мощны, и аптечки чисто по приколу поставил, опять же, да... Из чувства жадности какого-то определенного. Так. Ну, нас никуда не подгоняет, поэтому... Как бы никто не отменял дух исследования. Это что? Понял. Иди. Дай заберу свои законные. Парни, отстаньте, пожалуйста. Не хочу вас, реально. А, да, там еще было в ивенте написано о том, что оружие все становится... А почему здесь у нас нормально, а там у нас ненормально? Окей, ладно, пойдем. О, здорово. Но мы здесь в безопасности. Откуда ты здесь? Действительно. Я от Айтера. Где твой друг? Хакон должен был открыть запоры. А что случилось? Там наверху? Эти говнюки с базара взорвали ветряк. Все метро обесточено. Вы двое целы? Да. Хакон открывает заграждение. Зачем ему это делать? Подожди, сейчас я тебя вытащу. Быстрей. Биомаркер краснеет, скоро превращусь. Да нормально все. О. Это поможет. Спасибо. Подгончик. А чё, надо опять? Я вовремя заметил. Надо опять сражаться. Кого не вижу? Так, подожди. Ну, пойдем на исходную, то бишь наверх. Блин.
Да, опять я, да, джойстик. Геймпад забыл почистить, естественно. Бывает. Что там, кто-нибудь еще плюет? Ага, здорово. Не падай. Да, я тебя залутаю. Так, ну слушайте, я и этого тоже сейчас-то бомбану по-быстренькому. Товарища. Товарища Громилу. Что он мне сделал? Ну, я подожду. Я, короче, всех здесь соберу. Я не думаю, что они прям, типа, здесь до бесконечности будут лезть. Я в это не верю. Тем более, задача, по-моему, да, пережить атаки зараженных. Никого не вижу. До свидания. Не уверен, что на этом уровне и по сюжету здесь будут какие-то, ну, очень злые противники, да. То есть Громила — это Громила, это такое себе развлечение. Давай, беги. Сейчас сразу двоих бомбануло. Ну давайте, эй, кто там? Я вернулась. Ну, молодец. Да дай собрать, отойди, где ты? Какие еще звуки непонятны. То ли что-то отлетело, то ли нет. Сейчас мы и Громилу тоже бомбанем на всякий случай. Я пока определюсь, что мы будем делать. Чем мы его будем дубасить? Я даже знаю, чем мы его будем дубасить. Ага. Моя очередь. Ага, почти. Громилу просто вынесло. Дай забрать. Ну отстань. Отойди. Так. Что здесь? Ничего не открылось. А Громила откуда вот он вылез? Ну он же должен был откуда-то вылезти по-любому. Значит, надо искать какую-нибудь дверь. Так. Просто чтобы не мешался. Он должен был через какую-то дверь вылезти. А, это у нас Гульдена, да? Точно, это Гульдена. Ладно, соберем коллекцию Гульденов. Так, ну вы, короче, до бесконечности, да, будете ползти? Это я понял. Ну да ладно, я собираю свои законные, положенные мне. Громила вылез. Если он откуда-то вылез, то есть вероятность, что... Вообще непонятно, откуда он мог вылезти. Все товарищи у нас попадали. Я думал, может, из этой двери. Ладно, предположим. Дайте еще гульданов. 6, ничего себе. Все, идем. Так, 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 так. Здорово. Наконец-то. Ну. Вот, возьми эти заряды. Ага, спасибо. Технический туннель идет вдоль рельсов. Хочешь, чтобы я взорвал стену? Есть идея получше? У нас кончается время. Ты не видела Хакона? Нет. Такое чувство, что он меня наебал. Ты не первый и не последний. Стой! Антизин! Я еще держусь. Еще быстро закончится. Быстро учишься. Хорошо. Вперед! Я иду к выходу. У нас прям снабжение максимально. Так, отстань. Не обессудь. Блин, не разогнался. Давай ставить. Что надо? Надо отбежать, наверное, куда-нибудь. Естественно. А когда рванет? А, нормально. Встань. Так, ничего не видно. Я что, фонарь выключил, что ли?
Парни, парни, по одному. По одному, по двое, по трое. Всех зарублю. Пока мы не горим, я буду здесь стоять и рубить. Ну все, походу они закончились. Нет, не закончились. На вас не действуют, да? Никакие огни там и все остальное. Вы у нас максимально бессмертные, да? Так, ты что там? Горишь? Молодец. Нет, трофеи мне всегда нужны. Так, еще двоих сейчас упакуем. Блин, ладно, придется его залутать. Нет, не придется. Интересно, сколько их так выбежит? Ну, вроде все. Нет, еще кто-то бежит. То есть пока один горит, двое пробегают. Тихо. Тихо. Парни, вы мне поможете. Типа своего рода фарм такой происходит у нас сейчас. Так, понятно, это тот, которого я в тот раз не залутал. Так, ну вот такие достаточно плотные. Блин, пустой. Отойди. Ну, походу, мы здесь вообще нарубаем сейчас. На все 300. Ладно, подождем. Посмотрим, сколько их здесь набежит. Мне как бы не жалко. Я думаю, они закончатся. То есть, ну... Хотя нет, это какой-то вечный. Ну, мне и лучше. Так что давно мы не фармили ничего. Так что, может быть, сегодня на 300 мы нафармим. Оружие, конечно, жалковато немножко, но... Так, ты сюда не подходи, короче. Давайте. Нет. Ну, походу, они, да, они бесконечные. Но они слабые, остальные бы уже залетели бы на меня. Ладно, я думаю, нам хватит. Типа, ну, реально же не 300 их отрубить. Это скучно. Пойдем дальше, короче. Это уже реально несерьезно. Так. Ничего не видно? Стоит здесь, подожди. А куда бежать-то? Подожди, я так и не понял, куда бежать сейчас. И пока что мы никуда не бежим. Пока что мы думаем, куда бежать. У меня просто опять солнце светит, и не очень сильно... Не очень хорошо заметно. Чё, я думал, тут дверь какая-то. Куда здесь бежать? Не вижу просто. Ага, все, вижу. Здесь куда, наверх или куда? Просто по тоннелям. Ничего не видно, я говорю, солнце в глаза светит. Я об этом вообще как-то не подумал. Так, говоря, а чё мы так быстро опять отсюда убегаем? Ну, здесь, наверное, ничего нету в этих тоннелях, да? Полезного. А, мы же здесь были вроде как. Нет, походу. Пинчуга какая-то. Так, есть куда зайти? Вроде нет. Ну, ладно. Тебя обязательно заберем.
А, ну все, мы на свежем воздухе. Там... Нет, мы здесь не были. Ну вообще, где? Что такое-то? А вот и второй кусок дерьма. Да. Нормально, мы попали. Хватайте его, пока нет миротвора. Пипец. Ладно, у нас есть еще минут 10-12, я надеюсь, мы успеем поболтать. Видите, джентльмены, так далее. Ищите и обрящите. Я же сказал, где будет Хакон, там будет и этот мелкий усосок Эйден. Что вы сделали с Хаконом? С Хаконом? Ничего. Потрепали немного, а потом он сбежал. А вот тебе не повезет. Знаешь, мало кого я ненавижу больше миротворцев. Но ты вор и предатель в одном лице. Ты украл у нас воду, ублюдская крыса. А теперь я насажу твою голову на пику и помашу ей твоему дружку Айтору. Ну, Барни, ты же Барни два удара. То есть, я, конечно, дам тебе в этот раз шанс что-то сказать, наверное. Так, я ищу Хакона, ну, не знаю, где зачем. Где Хакон? Он свалил, как только увидел нас. Ты говорил о нем как о друге. А этот ублюдок, говорят, был ночным бегуном. Ты же мне бегун. Но он же убежал. Значит, бегун. Пошли прочь. Повторять не буду. О, нет. Мне так страшно, что я обкакался. И тебе должно сойти с рук то, что ты наебал мою сестру? Что ты целовал задницы этим солдатам и украл нашу питьевую воду? Я жалел, что не я убил Лукаса. Но подумал, хрен с ним. Главное, что сейчас я убью тебя. Ну, это навряд ли. Взять его. Парни, лучше отстаньте. Оставил нам свет. Ладно, короче. Засни! Ну что, скажешь что-нибудь? Дохни, предатель! Я даже потрачу на это время. Даже потрачу на это аптечки, чтобы послушать, что он будет говорить. А что здесь есть вообще? Навряд ли. Я слишком для тебя перекачан. Как он тебя не спасет? Просто послушаем, что он будет говорить. О, дамажит нормально так. Я же твой друг, Пилигрим! Пущу тебе кровь! Ну ладно, хорош. Достал тебя, господин! Рестлинг. Миротворцы неплохо тебе мозги промыли. Так, у нас здесь есть ингибиторы, но эти товарищи бомжи ведь-то. Не, 90, нормально, Барни. Ну, не то чтобы. Пустынная маска, обычный головной убор. А, ну у тебя только такое. Голова крестонос. Чё? Чисто посмотреть, я такого просто не видел. Так, я как понимаю, нас опять отнесли, типа, хотя не знаю, где мы вообще. Я думал, может быть, этот. О, ну-ка. Томагавк 17. Ладно, заберем. Продадим, может быть. Забираем наши. А, мы ничего не забираем. А что, мы здесь были, что ли? А почему мы ничего не забираем? Что нам даже никаких не дали? Так, ну у нас будет зато очко паркура сейчас. Вот, ладно, в следующий раз... Ну, не знаю, мне хотелось просто послушать, что они будут говорить, и все. Я знаю, что здесь оружие вообще ни о чем. Все остальное тут тоже ни о чем. Мы вообще где? Нас обратно же... О, нас вообще... О, так нас отнесли, блин.
Только я немножечко, походу, забыл. Да, кстати. А что за территория? Какая-то серая, вроде не было. Вот, хотел еще, что я сделать? Почитать, потому что обнаружил еще эту вещь. То, что вот, например, Ханфилд, и причем это только вот так видно, так это не видно, так это не пишется. Вот, а так, давайте 4 региона прочитаем, прежде чем дальше пойдем. Значит, Ханфилд — это последняя остановка перед зоной химзаражения. Постройки датируются концом 19 века, но выглядят старше. Кажется, будто это место начало гнить уже давно. Далее у нас Коуриэнд, бывшая шахтерская зона. Шахтеров тут уже давно нет, но вы все еще можете ощутить их дух. Сохранилось здесь и напоминание о шахтах, обугленные камни и обрушившиеся тоннели, а воздух насыщен известняковой пылью. Угу. Далее, один из старейших районов Велидора, Хоршу, усыпанный маленькими кривыми улочками со старинными названиями давно забытого происхождения. Здесь воняет канализацией. Когда-то этот район славился мастерами-ремесленниками и антикварными лавками. Теперь же здесь поселились бандиты. Ну, уже не бандиты, уже мы отдали это миротворцам. Так, и в Тринити, где мы сейчас находимся, находится базар. Главный центр выживших. Тринити была построена вокруг собора в конце 17 века. Здесь же... посреди озера химикатов, наверное, посреди, находится большой ветряк, который обеспечивает энергией почти весь старый город. Но нам сказали то, что его снесли вроде как. Это вот про вот этот ветряк мастера говорили. Мы же там читали то, что... Да, вот то, что миротворцы с тех пор используют для энергоснабжения главного терминала Куориент. То есть я еще тогда говорил, помню, что нифига себе у них это провод как проложен, да? То есть там у них ветряк, как Куориент. Это здесь... Значит, дневник, вот, значит, победить парни, они дрались до последнего, но я победил Барни и его дружков, ну, как до последнего. Просто я им дал возможность. По дороге наверх меня схватил Барни, он не ожидал, что я буду сопротивляться, так что забыл меня связать. Так. Вместо Хакона появилась Андерсон, она сказала, что обитатели базара уничтожили ветряк и отрубили электричество. Она пообещала помочь мне выбраться из тоннеля. Так, дожидаясь Хакона, я боролся с монстрами и усиливающейся инфекцией. Только я решил, что дальше идти не могу, как меня позвал чей-то голос. Ну да, это была Андерсон. Интересно все равно. Ну ладно, это я не знаю, кому интересно, может вот, типа, немножко дальше почитать сам. Конкретно. От начала и далее. А я же... Ну, в принципе, есть идейка такая, что можно... Что это, топор? Еще один топор. Топор палача. Какой-то в костре там валяется. Первого уровня. Ну, это не серьезно, конечно. Это я понимаю. Так, вообще у нас сейчас небольшое затишье. Нам никто не звонит. Как я понимаю, это немножко скриптовая дощечка. Вот, здесь больше ничего полезного нету. Ну, оно все стоит. Оно вообще ничего не стоит. Короче, в шкафу, естественно, тоже ничего полезного, наверное, нету. Ну, сиги с банкой. Ну, еще что-то. А, еще одна банка. Ну и все. В общем, приблизительно я понял, где мы. Я сейчас попробую вспомнить, где конкретно у нас здесь. Она, конечно, не в Коуриэнд была. Это я все про уточку. Я вот все время, блин, по карте вот ориентируюсь. Короче, по пути и заодно посмотрим на... Здесь не... Что-то... Ну, вообще стоит все. Давай посмотрим, что вообще с этим ветряком будет. В общем, сразу же сейчас заходим и продолжаем.